фокусиков. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорит до утра, это юность моя, это юность моя. Сегодня наступает самый прекрасный день. Я получаю аттестат, и у меня выпускной. Всем приятного просмотра. Да, это покрывало Сфинкс. И что вы мне сделаете? Позавидуйте, если только. Я знаю. У меня сейчас супер хорошее настроение, просто великолепно. У меня сегодня еще 2 тренировки, потом мне нужно будет саму себя собрать. Я сама так захотела, потому что я обожаю себя красить, обожаю себе делать какие-то прически. И я уверена, что у меня получится не хуже, чем какой-нибудь визажист, стилист и так далее, потому что я сама себе визажист, стилист и так далее. Еще, возможно, мы сходим с подругой до турников. Но сейчас мне максимально лень, но она такая: Полина, пойдем, пошли. Ну и сниму пару рилсиков для инсты. И все, и к 7 часам надо будет быть в школе. Мне ответила Ульяна, так что отправимся на турнички. Вот моя физкульт-подружка. Но снова снился сон, что я на Панно Мэри. Открыл глаза, я помню, это ключ к телек. Я так привык мечтать о чем-то без сомнений. Но опять снова практики. И мы снова практикуем эту жизнь. Снова давим на глаза. Виражей не поспеши. Снова пьяная душа. Откуда ветер не спешит. Ночью красные глаза. Но мы практикуем жизнь. И нам некуда бежать. Сегодня есть мечты вернуться к маме. И все забыть, как будто страшный сон. Мы чаще мысли уплетаем сами. И не поймем, что же считаем днем. Откуда мы здесь, что нас не подтянут? И не спеши, не играй с огнем. Любовь доверчива, доверься, знаем. Потом бессонных ночь не разберем. Ты сам задумайся, о чем ты знаешь. Переверни сугу мечту вверх дном. Мы на лазурном береге купались. В объятиях моря завести другом. Солнечные блики, рассветы и туманны. Амазаличи мои открытые раны. Здесь наполнит холодом ранимая весна. Водные объятия манна, в них весь я. Грусть окатит город, и куда себя девать? На районе легалайзи, нам наплевать. Это шкуры из провинции, пухать грехов. Я скрываю свои думки от местных котов. It's a wonderful life, sunshine. Позитива курят эти стоки натощак. Я врываюсь в ее бедра, взгляд в облака. Почему никто не просится в планету добра? Она не набрав, не нала, не добра. Нам мало, на балма, на балам, на лад. Нала мало на ладах, не ла-ла-ла, не на-на. На Волыни молыная начинается стрельба. Я насохраняла себе идеи для рилсов. И сейчас пойду наконец-то в душ. Помою себе голову, себя помою и буду красоткой, собираться буду.
Все, я поснимала рилсиков, точнее, до. Теперь уже будет только после. Ну, и вы увидите, как я буду собирать себя. Все, взяла сейчас тон маме и пойду сушить себе волосы, чтобы они были прямые, и буду краситься. Я высушила более-менее волосы, я их все равно потом буду довыпрямлять другим феном, и сейчас мы будем создавать красоту. Узнай меня поближе, узнай меня поближе, снова этот сладкий туман, тебе идет улыбка, Эмма, знать бы, что ты хочешь. Надеюсь, мы не спим, но это вовсе не обман. Я это был не сон, а живой закат. Маленький песок, я тебе так рад. Это был не сон, а живой закат. Маленький песок, я тебе так рад, детка. Это был не сон, а живой закат. Я еще немножечко, ну, буду доделывать макияж, но сами глаза, они получились просто... Ну, вы можете сами увидеть, как бы. И я сейчас буду делать прическу. Я тебе так рад. Это был не сон, а оранжевый закат. Я тебе так рад, детка. Это был не сон, а оранжевый закат. Я тебе так рад. Это был не сон, а оранжевый закат. Я тебе так рад, детка. Ты мое солнце, но не могу насладиться вдоволь тобой по утру. Ты заменила многих других людей. Можно, да, это не конфиденциально? Нужно! Давай пока с роспись, да, куда-то все убрал. Ой. Мешаю красоте. Академ, да-да. Вот пятый ночь шестой. 25-й ночь шестой. Красиво. Поздравляем вас с окончанием 11 класса и завершением этой кадры. После работы ночью я постараюсь не дышать так громко. Мам, теперь завтра на работу я буду вдыхать этот воздух, пока силы есть. Знаю, в жизни не просто. Что с нами будет, если мы верим, значит, первыми будем. Капают слезы на полном серьезе. Первые
Самый большой красивый нам надо. Блин, бедная рыбка на самом деле. Всем, дети, это наше желание. Все. Это наше. А, сейчас на запускай. Если честно, сил вообще нет, я переоделась. Ну, ладно. Вообще реально сил нет. Я только ради блога одела, ради блога. Все, идем, девочки. Идем уже. Блог. Блог. Есть блог, ютуб, это все. Ну, это же American. Мы же не American. Для них это, наверное, что-то American. Можно я потом вот так вот сделаю? Давай. Красивая. Я там большая. Да я вижу. Ну вот сейчас будет включаться петь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, нет? А Дима что, в армию подготовился? Да, он не стал. Реально? Математику? Реально? Он сам не учил? Нет. В смысле? Это что-то следующее. Куда мы едем?
Мы едем в небо. Казахстан. Счастливого полета в Казахстан. Ребята пошли что-то там встречать рассвет, но у меня уже вообще не то состояние. У меня очень болит живот. Так что я все. Я, пожалуй, спать. Не знаю сейчас, что я буду делать. Я думаю, что все будет хорошо. Пипец, блин, за песню расплакалась. Глупый Фогель. Вообще, я смотрю машинки Феррари и понимаю, что у меня еще не скоро будет машина Феррари, но может, когда-нибудь хотя бы попытаюсь. Короче, надо нормально закончить это видео. Не слезами, а рассказываем небольшую историю, которую я уже выложила в Инстаграм. Ну, тут тоже просто расскажу кратко. 27 лет назад моя мама тоже закончила школу. И она тогда плакала и не понимала, что ей вообще делать. Как больше никогда она не пойдет больше никогда в школу. И что дальше? У меня, конечно же, возникает очень много страхов. И у меня тоже. Но я пока просто в этом, наверное, себе не отдаю отчет, потому что не хочу отдавать себе в этом отчет. Но потом, буквально там на следующий день, мой дедушка, получается, папа моей мамы, звонит ей и говорит: «Ирина, собирайся на собеседование, все, ты выходишь на работу». Она такая: «Окей». И с 17 лет она начала работать в судебном. Я, короче, напишу нормально, чтобы вы нормально поняли. У моей мамы есть высшее образование, но сначала она работала. И просто помните, что мы не знаем, к чему нас приведет эта жизнь. Да, детство, оно ушло, да, беззаботным уже не так легко быть, но на самом деле в душе всегда мы можем быть детьми, всегда можем, главное, улыбаться и смеяться. И есть мне еще много что рассказать вам и поделиться своими мыслями, но я хочу сегодня вас не нагружать в этом ролике, и в следующих видео я обязательно запишу все это, потому что я сейчас понимаю, что мне есть чем делиться, и я очень хочу, чтобы люди, которые подписаны на меня, мои друзья, то есть вы мои друзья автоматически, потому что, значит, у нас с вами что-то общее есть. Я хочу, чтобы все эти люди, все вы, кто смотрит это видео, они умели получать наслаждение от этой жизни, и я понимаю, что я создана для того, чтобы наслаждаться. Не знаю, как вы, но мы будем, если что, вместе учиться всему. Потому что я вроде бы еще маленькая, но на самом деле очень понимающая ко всем событиям, которые происходят в жизни. Вот. Короче, я всех люблю, я всех целую. И мои слезы, которые были вчера, это просто эмоции, которые, наверное, переполняют, и которым иногда нужно выходить наружу. Ну, плюс песня, как бы, знаете, добила меня. Вообще только из-за песни заплакала. Всем до новых встреч. С вами была ваша Полина. Все, будем дальше жить и познавать этот мир под другим углом.